Шалом Орах, доброе утро, дорогие друзья. Сандак ва Ави Абен. Халевушим талит гадол беэт амила. Церехим леварех алав и татев бет кмо бешахарит. Сандак и Ави Абен, они когда делают на брит мила, они должны одевать талит. Если одевают в талит, то говорят благословение леит атев бетцицит. И если это их, если это не их, то тут есть другие законы, это все на Симан Юд Далет Безрашем. Мицва хи ховат гавра. Клумар, хьюва адам лвуш бегет им арба канафод ла тил бо цицит. Вхол зман шено лвуш бегет эно хаяв ла тил бо цицит. Лвгах эно мамед асияда цицит шеэн мицва эла вилвушото. Цицит. Если написано, если у человека есть одежда и имеет четыре конца, тогда обязан поставить цицит. Если человек не одевает одежду, которая имеет четыре конца, на брюки, на майку и так далее, то нет обязанности на него ставить цицит. И поэтому, когда человек одевает такую одежду, обязан ставить цицит. Если не одевает такой одежды, цицита нет обязанности ставить. Баруха Адонай Леолам. Аминь.